Всем привет, давай, друзья, и с вами снова Драйвер 51.ру, Злой Слон, Антоха Вегас, Дон Дигидон, да, и Роман Голдман РС. У нас третья серия. Да, у нас уже третья серия по мультиплееру, уже Рому уже подтянули, сейчас будем гонять гонялки. Гонялки-размоталки. Это все научиться, а то, блин, в процессе. Получается не гонялки, а дробить. Дробилки, шумелки и пыхтелки. Давай, я готов. Паша сейчас доедет, да. Ну, ждем Пашку, да. Пашка тут бота сейчас развальцует. Порвет на 33 куска, как тузик грелку. Хоп-хоп, и все. А что-то бот вообще где-то потерялся. Он, наверное, поехал на заправку. А вон едет сзади, вижу. А что не готов? Так, а Пашка еще едет. Сколько тебе осталось? Еще походу круг еще. Как ты красиво, Паша вошел от души, как говорится, подрихтовал тачку немножко. Подрихтовал тачечку. Вот, смотрите, под карту можно заглянуть. Ух ты, там не внизу, оказывается, есть небо. Под картой есть, под землей есть небо, ребята, это вторая жизнь. Ищ, новый мир. А, вообще, Паша, бот тебя догоняет, Паша. Он тебя сейчас порвет. Сейчас у меня бот сделает. А бот тут, кстати, на одной и той же машине ездит. Помнишь, тот раз он на джипе ездил? У бота тачка не меняется. Бочка, бот какой-то печальный, грустный, бедный парень. Бот печальный? Да, и грустный, и бедный, тачки не можете себе прикупить. Тем не менее, у него машина класса Б, он иногда нас делает всех. А, ну да, кстати, в предыдущей, да, игре мы тут гоняли, бот нас всех поднатянул слегонца. Шел первый вообще. Ну все, последний кружок, сейчас Паша должен доехать. Слышишь, а чё, класс Б, С, если С, это еще лучше? Не, я так уже. Я никакие классы. Я готов, короче, все. Ставим готов. Мне пофигу, да? Подождите. Гоночка, ребята, укороченная обратка. Кто что нажал? 5 кругов. А сейчас? Сейчас трасса меняется сейчас. Сейчас трасса, да, поменяется. Сейчас будет мясо. Ну что? Так, я уже в седле, парни. Слышишь, что ты так за класс? Скрипит потертое седло? Да, потертое седло уже скрипит. Уже я в седле. Ну, чем выше класс, тем мощнее машина. Да? Ну, обычно, знаешь, это... Это, это самые быстрые тачки. Главное, Рома, это профессионализм. Как в танчиках. Тяжа есть. О, вы что, куда все бы улетали? Я не знаю, у меня еще грузится. Или у меня вообще... А, вот он я. Пинг вас за пинга покинул, Димана и Тошка выкинул. Блин, ну что за хрена? Не знаю, у меня тут что-то загрузка. А, да, соединение что-то тут шляпнулось. Блин, да что за... Рома, убери готов эту. Мультиплеерс опять. Срочно. Ребята, возвращаемся в игру. Бегом давай, крутись, пошли. А, нет, я присоединяюсь. Кто это Ванов? Так, ребят, заходите. Так, я здесь, я готов. Давай, все, поехали уже. Антоха, ты где? Сейчас, грузится. Ну, грузится. Пурум-пум-пум. Это бот. Вано, эй, Вано, бот. Вано. Давай. Бот готов всегда, прикинь. Что он там проверяет? Чё там? Ждём Антоху. Чё-то не грузит ни хрена. Мы как-то отлипли немножко слегонца. Скажите что-нибудь. Сейчас скажем. Я сейчас гружусь. Грузится. Привет всем, парни. Загрузился. Почти. У тебя пингуля там зашкаливает просто. Так чё, все зашли? Подождите. Антоха, проходите. Антоха, на бульдоге опять. Подождите, выберу автомобиль. А теперь автомобиль. Все, Рома, ты не готов? Я готов. Че? Все, помчались. О, Антоха, это у тебя эрокест, да? Да.
Ракес. Ой-ё, мать его. Чё? Всё. Улетел, улетел. Что вы там маньяк? Спасибо. Да, вы... Вау! Ой, чё это было, ребят? Блин, она так бешеная тачка мне стала вообще просто бешеная. Вау! Паха, извини, ты сам виноват. Ты что сделал? Ты в отбойник зашел, мне пришлось тебя немножко. Я не мог уже остановиться. Визатор разобрал визатор. О, у тебя точно крышка багажника потерялась. Разорвал весь зад. Разорвал меня на полметра. Ё-моё! О, есть контакт, Антоха. Антоха потерял лидирующую. Ром, о, наконец-то на выбывание мы что ли? Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Нет, тачку надо настроить, она все на дрифте. Пашка, извини, ничего личного, это гонка. В вагоне, блин. Это надо было назвать не вагон, это паровоз какой-то просто. Паровоз. Всех просто Да вообще он танк просто, реально. Опаньки. Опаньки. Нежданчик. Вещь. О, черт побери, тормози, тормози, в рот те ноги, где тормоза? Опа, пошла мазута. Вот выбыл, ребята. Кто-то сзади прям вот уж паха, блин, паха за мной мчится, ё-моё, хочет отобрать мне первое место, ёшкин кот. Отдай мне его. Нет, ни за что. Ух ты, кто тут так, смотри, дьявольски стоит-то на повороте, да? Паша, 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 ты брось, Паша, брось, брось, брось это дело. Брось, а то уронишь. Ей-ей-ей, Паша, Паша меня выгнал, Паша меня выгнал. А, нифига ты, смотри, как-то. Ничего себе, вот это заметил. Блин, ушел, 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 ё-моё. Опа, кто в отбойник сейчас въехал? Все, я чуть лимана, блин, не обогнал. Блин! А, Антох, ты сейчас в отбойник полетел. О, красиво! Красиво, что вы со всего маху ты ищешь. Я хотел обогнать его слева. И не получилось бы. Да не надо там сзади жужжать за мной. Меня это не дает. У меня ДТП, я перевернулся, ё-моё! Все пропало. А, все, я на вылет. Он видел, ёткарный бабай. Стоит в отбойник. Красиво, да. Да, Антоха, ты тут притулился. Хотел тебя обогнать с левой. Походу не прокатило. Блин, ну Паша выкинул меня и все, ты посмотри, ничего личного, да? Ничего личного, да. Это просто гонка. Это просто бизнес. Так, так, так. Я запомнил, я просто запомнил. Я вообще уехал куда-то с территории. О, вообще огонь, слушайте. Так, надо что-то другое брать. Бери вагон. Ну, блин, я что-то. Вагон сила, ты же сам видишь. Вагон вообще танк просто. Вагон вообще бешеный какой-то. У меня вагон просто шальной. Да ты, у тебя много железа просто навешал на него, вот он у тебя не вытаскивает. А так он вообще нормально долбасит. Так, Сэндстоун, это что-то каменное, да? Не знаю. Сейчас поглядим, что тут будет. Да, по-любому что-то, но... Карьер, скорее всего, сейчас. Карьер, ну, что-то какой-нибудь грязь. Сейчас. Сейчас мы разберемся. Ну, сейчас будут эти круги, да? Так, какую тачку-то взять? Будут круги. Так. Что, все уже... Блин, дай бог опять выкинет. Все уже все. Я готов. Игра начнется. Я,
меня что-то крутит еще. Блин, у меня тоже грузит. Что за фигня? Ром, я пока не готов. Наверное, готов, убери. Может, выкинуло, не? Вас выкинуло, да. Опять? И Димана, и тебя. Вот что происходит? Вот. Что-то пошла какая-то мазута. Пинг что-то дубит. А, ну у меня видос грузится. Ну, у меня видос записывается. А, у меня ну, все, вопрос решил. Ну, что, ну, что-то там покажет, там нет, что-то он не хочет никак. Грузит, грузит, и что-то бесконечно как. Ну, обычно выскакивает эта красная табличка, и все, и чпок. О, что-то у меня все зависло. Да? У меня пока что-то крутит, крутит, понять не могу. Ну, ждем, ребята, все. Ждем. У меня просто, видите, я видос сейчас на канал закидываю, поэтому у меня выхавает просто прям жестко. Жестко выедает. Так, а я не знаю, у меня можно, интересно, остановить паузу сделать? А, вот, все, сейчас. Выберите машину, соединение прервано. Сейчас оно в нолик уйдет. Я... О, все. Я сейчас буду присоединяться. Сейчас скажите, сервак будет. Сейчас, проверка сейчас... серваков что-то долго. Я прилипну. Не, проверка у меня быстро. Чпок и все, я здесь уже. Все, я присоединяюсь. Ну, мы ждем вас пока. По-любому. По-любому. Блин, у нас жара опять, следующую неделю опять вся жара будет. Ёшкин кот. У нас дожди в следующей неделе задолбали. Блин, нам бы, дож... зашел. Нам бы дождичков маленько. Ну да, я зашел. Есть. Опять нет. Грунтовочка. Я готов. Подождите, подождите, не жмите пока. Не спешите. Да, стойте, стойте, не проходите. Пять кругов. Стойте, стойте, не ходите. Не ходите, да. Ну нормальная такая. Я говорю, еще надо вот народу побольше. И вообще жесть. Народ, а, кстати, народ, а вот эти сервак-то, он на сколько человек-то? Что я? Они, по-моему, все на 24 человек. Да ладно. Угу. Где-то вообще нормально. Вообще. Сейчас я вас на вагоне буду разбирать, парни. Все там железяки что? Прикрутили. Прикрутили железячки свои. Сейчас я буду... Ищ! Ищ! О! Антоха на бульдоге. У меня игра сломалась, походу. Да ладно. Так что, то ужать, не? Не-не-не. Ну вот, Антоха зашел. Что-то у меня вообще все сломалось. А что сломалось? Ой, ну, ты уже тут? Нормально. Ты уже тут? Да, из-за трансляшки она выедает. Не бульдог. Не хочу бульдог, подожди, подожди. Не хочу бульдог. Хочу, да. Тарам-пам-пам. Же ну, такой... зрители как лютуют, смотри там. Скорее, скорее, парни! Пахни, пахни! А что игра начнется? Готов, уберите кто. А, все, да, все же готовы. Погнали, погнали, да. Все готовы. Ну, с Богом! Вздрогнули, как говорится. Главное, никакого шанса вам не давать. Нифига, как тут сразу вот так вот. Резко. Ой-ой-ой-ой! Бах! Паша, это я! Ой-ой-ой-ой! Тут все! Дюша Метелкин! Антоха Вегас! Черт, дергать надо быстрее от вас! Побыстрее, побыстрее! Мать его, а! Ой-ой-ой-ой! Да как она не разгоняется? Ой-ой-ой-ой! Ух ты! Еле вошел! Так, тут-то куда? Тут-то фу, куда ехать? Я врубиться никак не могу. Это походу с этими, с петельками, только зад наперед она которая. Где бот нас сделал, парни? Ты гля, как просто идет-то, а? Слушайте, там просто жесть, там просто жесть. Я опять ушел! Ой-ой-ой-ой! Блин! Это я? Это я, парни, кто-то меня обогнал. Ой, Пашка меня обогнал. О, тут, слушай, на пятачке закрыто было. Боюсь, водила. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему? Вау! Это кто это был?
Паша с покрышкой. Что он сделал вообще? Вот это я его вставил, да? Вот улетел просто в космос. Обалдеть. Он вообще улетел в космос. Паша, Паша, Паша! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну ты вообще! Бляха-муха! Ой-ой-ой! Вы чё тут со мной делаете-то? Еще кто-то сзади жужжит. Ё-моё, ё-моё, всё пропало. Ой, хорошо, что я записываю этот момент. О, это вообще... Да вообще размотали мне весь дрын, короче. Да блин, нет, куда ты свалила? Нет, не туда. Миу, миу. Блин, ну трасса лютая. Нет. Камрад, пан. Да ты... Тихо, да куда ты меня сгнал? Ходу. Блин, у меня тачки ни хренашечки уже почти не осталось. Ой-ой-ой-ой. Блин, вот это повороты. Блин, трасса лютая вообще. Что-то я тут первый раз на этой трассе, кстати. Да, трасса вообще ништяк. Вообще жестко. Твою. Я забываю прям вообще, где эти повороты, непривычно так. Не знаешь, куда ехать, ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Блин, вот это повороты, завороты, ёшкин кот. Мама, не горюй. О, это ты? Да. Нет. Заходи в дерево. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут надо тормозить, я это точно помню, потому что я там уезжал туда куда-то к скорой машинке. Трасса нормальная, да? Трасса классная. Блин, откат тормозов, вообще отлично. Так, четвертый круг у меня пошел, парни. Ой-ой-ой, опять отбойник, на! Там, где будто я размотал, туда же и улетел сам. Что-то вас вообще, парни, не видать, вы где-то там отстали. Да. Что-то у вас там мясо где-то какое-то происходит. Вся трасса раздолбана просто, везде покрышки, запчасти какие-то валяются. Вообще мясо, ё-моё. Бам, бам. Ой-ой-ой-ой, сюда. Блин, все заборы порасхреначил. Ё-моё, а. Почему нет этого трассы? Нет, вот поэтому это и прикольно, что не знаешь, куда я рулить-то, да? Все. Кто-то помог кого-то уничтожить, я не знаю. Кто там геройски погиб уже в рунке? Ой-ой-ой! Все, у меня критические повреждения. Вообще. Блин, это еще кругов еще целый круг, считайте, пилить. Вам-то еще полтора, наверное, да? Выкатывать. Обалдеть. Я чувствую, я не доеду эти полтора круга. Да ладно. Ой-ой-ой. О, кто-то там как раз диабота ушатал, валяется, кто-то горит. Это кто это там такой? Антоха, что ли? Не, я там опять размотался где-то в отбойник. Вот это там я диабота вышивал. Да посмотрим. Ну, горит и горишь там синим пламенем. Ну меня вам не догнать, я что-то далеко. Ой-ой-ой, кто-то. Далеко кто-то ушел. О, я кого-то вон вижу, кто-то едет, смотрите. Это я на круг кого-то делаю, прикиньте. Паху на круг. Или бот, это бот. Да ладно, это паха. Да, у меня черная машина. Это Рома! Я Рому на круг. Вау! Рому на круг сделал. Не могу с ней справиться, с этой машиной, бешеная вообще. Бери вагон, справишься. Вагон, огнище. Все, я приехал, парни. Тудус. Вот это жесть. Сейчас моя машинка там будет кататься по трассе. Не, надо привыкнуть просто рулить ей правильно как. Иначе она как это... Ее в занос надо постоянно кидать. У нас-то кр. Гра, что там, все приехали? Да. Так, что бы взять?
Трое из пяти раз. Так а что взять сейчас? Сейчас какую-то тачку. О, гонка на выбывание будет сейчас. О, Сент-Пит, это вообще огонь же. Ты не случайно укороченный не круг обратный. Не асфальтовая случайно? Так. Не, то же самое, что-то там, видишь, грунтовка с виду. Хотя не факт. Сан-Дирт, что-то песочное. Сейчас посмотрим. Песочное, да. У меня что-то опять висяк какой-то. Так, все, я готов. Блин, что у вас так все быстро? Поехали. Я вообще не готов. У меня, походу, опять вылет, наверное. У меня тоже опять вылет. О, вы вылетели опять. Ну, да а, не, во, я влетел обратно. У меня все появилось. Не, у меня нифига не работает. А что ты, Антох, вылетаешь? Да я вообще не... После каждой гонки вылетаешь. Не, может, надо ему переустановить его заново все. Не, да он видео пишет просто. Так у него и до этого, помнишь, он не пил. Видео вырубим. Он не писал, у него тоже не это самое. В прошлый раз лучше было. Так, ладно. Нет, ну забирает оно, видно. Будем пробовать вырубать. Все, запись сохранена. Кто на чем? Смотри, запись сохранена, все сразу все заработал. Ну, я вот, тут забирает, походу. А, нет, соединение разорвано. Ну сейчас в следующий раз посмотрим. Ну, ладно, я сейчас возьму вольвешник тогда. На вольвешнике еще попробую прокатнуться. Да ё-моё. О, я на хаммере, парни. Подождите меня. Видали, у меня хаммер. Ждём. Так, ну что, нас уже, считай, четверо. Ромку еще надо как-то подловить, он все работает. Что за хаммер хэп, что-то такое? Вольво! Старая, кирпич, универсал. Да, сейчас, парни. Первый. Грузиться стало быстрее всего. Много. Да мы до этого играли, ты же не вылетал. Ну раз, может, там что-нибудь. В час. Да. Сейчас посмотрим. Ну у меня вот сейчас из-за того, что у меня этот, я гружу на канал, блин, загоняю видос. Нет, вроде такого. Должно гнать. Такого размера. Он пока не написал, что ты заходишь. А так у вас машины круче, чем у меня, конечно. Да ладно. Да ладно. А чё круче-то? У тебя, смотри, вон тоже у меня класс А, как 300, у тебя. 322, и 322 у тебя самая быстрая тачка. Сколько? 322 у него самая быстрая, класс А. Такая. Ну, поэтому ты и вылетаешь на каждом повороте. Скорость наберешь и не остановить. У меня тормозов нету. Правильно с такой скоростью шпилить. Да? Тише едешь, меньше должен. А, ну, значит, тише едешь, видишь, меньше должен. Видишь, ни у кого числа-то, видишь, выше твоего ни у кого нету. Ну, да. Ой, это хорошо, сейчас я вас буду обгонять на ровной. Да, только в поворотах будешь улетать. Сейчас. Ну, сейчас проверим, вольвешничек как пойдет. Ну, вольвешничек что-то мне не очень. Вагон, конечно, прям вот тачка. Че, жать готов? Все? Да. Да, то надо тоже мне. Ой-ой-ой. Готов. Да уйди ты отсюда, еб. Так, я все. Пантера, раз. Что за тачка? О, черт побери. Паром говорит. Куда, Паша, ввел меня в заблуждение, ё-моё. Рада, меня тоже, я вот... Я прям за Пашей так и нырнул, смотрю, поворачиваю туда, хвостом, иди. Да что она такая бешеная? Чёрт побери, нифига, тут тоже новая трасса, кстати. Куда ехать вообще? Да куда-нибудь, куда все едут, я тоже не знаю. Здесь одна прямая, как бы, трасса. Смотри, где. Ой, коротенькие, да. Какие круги, ребята. А, ну кто там? Ёп, ты чё? Купи резину. Уйди! Да это я черканул с легонца тут. Да, я уже понял. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё ты намекаешь? Да, ну ты, блин, тебя тянет. Давай, Вольво, вывози, ядрён батон.
Блин, прикол в том, что не видно, кто сзади едет. Вот это жестко. Так ты поставь эту-то штучку. Можно посмотреть назад-то, ну. Кто там? Ах ты жужжит, ебану же, ё-моё. Он уже рядом вообще, он прям с тобой. Ну, он прям жужжит уже. Слышит. А, вот он, блин. Обошёл. Разворачивай его. Да, нифига, да. Ё-моё. Не дамся. Не дам себя обогнать. Всё, оба. Да я знаю, что творят. Я еще в седле. Паша, расшибся вообще. Давай. Свободен. Свободен на туре. Драйвер рулит, яшкин кот. Мама, не горюй. Кто-то сзади меня уже, слышу, жужжит опять. Ой-ой-ой-ой, надо быстрее дергать отсюда. Кто-то там жужжит, я слышу прям. Ой-ой-ой. Паха, наверное, там жужжит. Я пытаюсь догнать. Ой, а что так, кто там стоит? Бот. А, на вылет же, ё-моё. На-на-на. Ё-моё. Как так? Слушай, вольвешник тоже нормальный. Yeah. Но вагон, конечно, вагон покруче. Блин. Вольвешник тоже нормально шепчет. Вагон, по-моему, пошустрее как-то немножко. Не, все-таки у этой РС-ки скорости вообще не хватает. Ох, как люто стоит, а кто это тут припарковался? Угу. Где, кстати, моя тачка? Не знаю, Рома где-то. Где-то его тачка должна быть. Ну стоит там одна, одна стоит там, приперлась такая к бордюрчику, так ровненько, прям заходишь в поворот и стоит тачка. Моя тачка в этом, в отвале. О. А где моя-то? Не знаю, там вот сейчас я буду проезжать, чья-то должна стоять. Вот, да. А, все, кончилось. Все, да. Уже не буду там проезжать. Ищ. Нормас. Так, надо прокатились так. Так, ну это я попробовал тоже. Надо что-то да, проезжать, что-то автомобиль. А теперь, автомобиль. Эту попробовал. Ой, поменялось. О, укороченная обратка. Это знаете что? Это трындец. Это же асфальтовая трасса. Да ладно, чего у тебя асфальтовая? Это на перекрестках, да, будет? Это, знаете, это трындец. Надо что-то... Раз трындец, надо что-то брать посерьезней. Лида, Лида, боже мой. Ну а что тут у меня шикардос... Я беру самую шикардосную машину, как всегда. Какой вагон? Любимчика. Я на любимчике поеду. Что-то у меня опять плохо идет. Что-то опять плохо. Тебя выкинуло, да что-то. Ё-моё, что за хрень-то, а? Надоело вот такие. Тебе надо тебе переставить ее. Да я нахер думаю, это. Может, так что-нибудь долго это делать. Да конец, ты эти просто переставь обновы. Обновы переставь и фикс потом сверху запихнешь. Да а зачем ему тогда просто фикс скинуть сверху, да и все? Так он кидал уже его только что. Ничего он мне кидал. Кидал. Да? Да. Когда вот первый раз мы писали. Блин. Короче, это не дело, надо выходить и переделывать. Блин, кофе кончилось, ё-моё. Тут-ту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 . Че, едем, да? Тут-ту. Ну я не знаю. Антоха, что будешь делать? Да я пойду фикс и кидать. Ну давай катанем туда трассу втроечка. Давай. Че, просто поверх их жахнул? Да, еще раз просто закинь его тут. Кто-то на бандитах. Кто-то на бандитах. Кому-то тут надо пододвинуть. Все, Рома полетел на бандите, ё-моё. О, слушай, тут тоже скоростная трасса-то, ё-моё. Обалдеть.
Рома, тормози, там поворот резкий налево. Спасибо, Ба! Паша! Я прям так и знал, что это ты. Блин, Рома с ботом ушуршали, ё-моё, мы их не догоним. Хотя 5 кругов. Рома трассу еще не знает. Есть шанс. Да, я вообще не понимаю, куда ехать. Да-да-да-да-да-да. Повтору взял, она вообще такая. Ой, я думал тут направо, а тут налево. Я что-то тоже тут эту трассу еще первый раз еду. Держись! Ух, Рома ушел! Я думал сюда сворачивать, влево. Ой, я бота догоняю. Здравствуй, бот! Автобот, я тебя сейчас разберу. Бах, автобот ушел. В сторонку подразломался маленечко. Слушайте, вагон сила, просто вагон рулит. Да ну нахер, слышишь, да это вообще охереть. Вагон рулит, парни. Ух, тормози. Оттормаживайся. Конечно, надо раньше тормозить, чтобы поворот вписываться. К тому же у тебя скорость там на бандите, мама, не горюй. Он разваливает вообще по прямкам отлично. И Рома, знаешь, тебе надо поставить надо тебе передние колеса такие шоссейки, а задние такие тракторное большое колесо, третье по счету. Вот он будет рулиться лучше. По крайней мере, у меня он нормально рулится вот на этих лучше колесах. Лучше он убивается вообще, отлично. Ох, вообще нормально так поворачивает. Кто-то сзади жужжит. Паша, не ты? Не. Бот навяливаешь, нифига себе. Вот вообще что-то жгет. Забор. На, короче, ну слегонца не что-то страшно. Вот вообще как-то. Слабоватую тачку взял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тарам-пам-пам. Вот вообще дурачок, смотри, прилепился ко мне, не оторвать. Как будто трос прицепил, зараза. Прям вот висит на хвосте и все. Не уйти от него. Я его шкварнул там немножко, бордюр. Что-то не помогло сильно. Блин, трасса такая прикольная, слушай. Тоже забавно. Да. Что-то трассы новые какие-то поперли. Только разогнаться можно. Все, я, короче, трассы не знаю, ни хера. Да мы сами, вот я по этой трассе тоже не ехал с ними. Вот уже в две трассы я по ним не бывал вообще ни разочку. Надо уже тут примастыриваться, запоминать тут немножко. А то, блин. Вау! Обалдеть! Только видео смотришь, что ли? Ну. Я слышал, там что-то такое. Сейчас попробуем поставить. Блин, ну вагон мне понравился прямо. Лапцаточка ждет. Вау! Что-то вот один раз так хорошо вот этот поворот зашел, прям в дрифте прошел весь, а сейчас не могу никак прицелиться. Так, четвертый, сейчас пятый круг пойдем. Пошел пятый круг. А, забор мой. Бах! Спойлер отлетел к единичке. Что-то все притихли, все догоняют, ё-моё. Вон, только заходит опять. Антох, а ты комп перегружал? Не, ну я пробовал, но... Да фигня. Понятно, да? Да не, ну... Ну я не знаю, у меня вот такого как бы... Ну, не бывало. Что-то я все поставил сразу, все отлично. Да, со стороны это может быть такое. Ну может быть, да. А сервер его выкидывает из-за того, что физ высокий. Это, блин... Нет, это очень нормально. Ну, вот это я вяливаю. О, это кто пролетел там?
Бах, что-то я себе там сломал все. Бабах, ё-моё. Все пропало, давай ходу, кто-то жужжит сзади. Бот меня сделал, прикиньте, на конце, на самом последнем круге, бляха-муха, на прямой. Бот выиграл. Я влупился в последний поворот, бот, короче, нас сделал, парни, вообще обалдеть. Я офигею, нас просто выиграл бот. Нас бот натянул, етит свой налево, вот это жесть, конечно. Да, бот вообще, смотри, висел на хвосте, вот всю трассу провисел на хвосте, я его один раз в отбойник вставил. Вот, Паша, сейчас вот будет поворот, вот тут я ушел, вот прямо, во, куда ты едешь, вот сюда вот я ушел, в этот отбойник, меня тут развернуло, я пока разворачивался, надо было, блин, сброситься, да, дверь открылась. Надо было сброситься, да, и бот сразу тут же подловил момент, зараза, такая, надо же было так прям, ух, и все, ну так вот, не все и так просто, бот-то, видите, не простачок нифига. На выбывание. Овал. Сейчас будем на овале, ребята. Уберите самую быструю машину, которая есть тут. Ну, сейчас возьмем. Самые быстрые машины. Так, где же самые быстрые? Я готов. Антоха пришел? О, кто-то пришел к нам, смотрите. Я Сим-2-1. Не-не-не, это точно не я. Я Зин. Что, попробуем? Есть идеи, да? Индеи. Дед, короче, какой-то пришел. Где Антоха-то? Я захожу только. Игра начнется. Через сколько? Ой, 50. Выключайте кто-нибудь. Кто не готов? Паша, поставь, не готов. Ну-ка. Ты что-то того и не того, того не того, что-то пинг тайм. А Ванго это, он постоянно с нами катает? Вот. Ну тут один бот и катается, да, он тот раз, мы вчера и позавчера мы катались, да, Паша? Он на джипе ездил все время, как бы. Дед на каком серваке, помнишь, два было бота постоянно. Что-то Антоха не того. Ты чего это не того? Гружусь. Заболели у тебя комп? Не, нормально. Что-то долго тут. Ставь на этот, на системный диск и SSD-шку. Будешь так загружаться, как собак. Да? Да, что-то иначе. Катасранно. Катасранно. Так. Я не знаю, что-то у тебя не хочет он прям заходить. А ты фикс там воткнул в конце? Да. Странновато. Да не говори, что там, блин. Кажется, ты застрял. Овал. Ну что там, на овале гоняете? Да. Ждем тебя уже на овале давно. Нет. О, написал, вас издаст Антоха. Дон Дегидон. Давай, бери. Все, готово? Подождите, у меня грузится. Опять? Доминатор. Название не соответствует. Доминатор. Началось. Ставьте готов. О, нифига, смотри, сосиска, ёпт. С хот-богом кто-то там едет. Да, это я. Ай, давай, надо было пролетать. Ах ты редиска, да? Воу! Я вот в натуре ударился, да, ай. О, Паша, ты что сотворил опять? Ну ёп, а вы-то что сделали, ядрён батон? Что случилось? Ты размотай меня вдрызг просто, етишки, Паша, ты смотри, что с моей машиной сделали, вы что сотворили-то? Ничего личного, чувак.
Пипец, у меня даже это машиной не назвать, это даже не назвать ведром, понимаете? Это просто кусок железяки какой-то, который под пресс попал. Вообще пипец, ну вы дали фишки на Матрёна. Ай-яй-яй-яй-яй, да ты дура. Да блин, Доминатор. Терминатор. О, вот выбыл, ё-моё. О, Рома, Рома расхлестался, ура! Это мстя. Ну что за херня, а? Ой-ой-ой, кто-то там еще всандалился. Хот-дог, здравствуй, хот-дог, я тебя вижу. Я вижу твою булочку. Все, булочка ушла. Ну и все, остался главный виновник моего плохого автомобиля. Ёлки-палки. Ну вы с тачкой мне вообще что-то творили, я не знаю. От машины ни хрена не осталось. Да Рома с ботом, что ли, мне прям в бочину в двояка вот рядом шли, бабах. И все, и тачка. Это видел, я назад посмотрел. И тачка в хлам просто. Все, я вылез. Че я вылез? Все. Сейчас я вылечу. Да е-мое. Тут на выбывание. Ну. Ёшкин кот. Паша, вот ты во всем виноват, ёлки-палки. Как я дал себя развернуть просто, я не знаю. Надо было оттормозить, а пропустить тебя. Потом подловить и развернуть тебя. Блин, у меня все красное на тачке, вообще все сломано. А, еще подбойник! Подбойник! Зараза. Ну все, я должен вылететь, да, уже? Или кто-то еще едет? Ах, я опять собираю стену, да ё-ка-ё! Я вообще всю тачку... А, еще Антоха был, ё-моё. Так, что там, кто едет? Смотри, Паша уже надрочился ездить. Да, смотри, он ни разу стену не ездит. Бах! Вот оно! И вот оно! Это тебе повезло. Это мстя. Вот оно. Видите, как парни в жизни-то бывает. Они меня наказали прямо в начале в самом. И мстя прокатила. Все и вернулось. Правда, от тачки ни хрена не осталось. Мне самому доехать. Не расшатать его до конца. Ой-ой-ой. Вау! Не попал! Бах! Не попал. Да где скинуться-то, ё-моё? По-моему, хватило его. Нет, я еще живой. Но тебе все равно полкруга тебе надо, круг тебе надо навялить, чтобы меня догнать. Так у меня время набудет, когда... А, у тебя уже капает? Я уже вылетел. Вы чё, посмотрите, чё у меня с машиной, вы чё с моей машиной сделали, вообще в хламину просто. О, нет! Ух, фу, думал, сейчас войну в Антохину тачку. А чё за тачка так называется? У кого, у меня? Да, вот это нормально валит. На Nissan похожа такая, знаешь, на Nissan Celica. Или SX какой-нибудь, как он там? Демон, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, опять! Прям неловко так стоят две тачки. Да когда уже, конец-то? Все. Огонь. Сейчас что-то посмотрим. Я второй! Парни! Второй, да, ты второй. Я думал, я первый еду! Ни хрена! Он втихаря нас тут всех надул! Обалдеть! Так, на тачку еще будем посмотреть, что-нибудь. Что сейчас будет-то? А, сейчас будет. Так, давай. Будет что-то опять новое. Будет. Овал, да. А, овал сейчас на круги будет. А, овал. Так, ну я вас понял, что вы делаете.
Я вас понял, что вы делаете. Сейчас я все исправлю. Давайте не толкаться. Ну, конечно же, давай. Ну все. О, все, у меня все заработало. Держитесь, парни. Надо было фикс там закинуть. Так, что там ставить-то надо? Это дух. А, бульдог. О, Рому выкинул. Ой, не готов, ставим, не готов, ставим, не готов. Где робот-то? Меня не выкинуло, я просто загрузка идет. Сейчас выкинет. Значит, здесь в чате пишется. А, вон, ну да, он. Пинг-пинг, тайм. Тайм-аут. Пинг, тайм-аут. Да, максимум игроков 24, Паш. Ну я тебе говорю 24. Кто ставит готов, не готов? Он только. А. Да уберите готов, ё-моё. Так, чё, Ромку ждём, да, вылетел? Да. Чё я не пойму, чё так грузится? Вон же. Чё она хочет вообще? Пинка. Во. Меня на тебя. Не, ну она полностью с игры не выкидывает, вот у меня, например. У меня выкидывает просто с мультиплеера. Просто в менюшку, да? Да. А потом я опять раз к серваку и всё. То есть она выкидывает в эту У меня с игры не выкидывает. То есть меня выкидывает просто в игру, я опять захожу в мультиплеер, ищу сервак и присоединяешь. Скажите что-нибудь. Что-нибудь. Рома заходит. Во, Рома цепляется. Ну все. Берегитесь, парни. Пахни. Берегитесь. Так, ну чё, готов? Всего лишь 3 круга. Все, все готовы? Да. Видишь? Ой, ё-моё. С кого начать, я не знаю. Антоха, ты ракет потерял уже. Нет. Это твою мать. Да ладно. Колеса, да какой болт тут поставил колеса, ядрен батон. Громко дергает. Да что такое, блин, что меня прижало? Слушайте, тут овал какой-то другой немножко. Какой-то маленький слишком. Вот заходит кто-то, пророк какой-то. Маза. Вау, это кто меня развернул? Паша, ты? Да. Я ник не успел прочитать, это ты был? Походу ты. Второй раз, да как так-то, да что это такое? И сзади уже кто-то жужжит уже опять. Ой, сзади там двое аж летят, ё-моё. А что-то так, звук такой от двигателя, что как будто они сейчас взлетят. Блин, а я последний, вы меня на круг что ли делаете? Ё-моё. Трындец. Вот это я встрял. Что-то вагон вообще зачах. Последний круг. Прикинь, они уже приезжают. У меня еще только первый круг. Последний круг начался. О, Ромы нету что-то. Третий я пришел. Все, ну я тоже. Зачах, блин. Сначала. Да. О, потная карта была. Кто там едет? Кто-то еле едет. Кто едет вообще? О, Диман что творит? Так, вагон тут не катит, слушайте. Вагон для других целей. О, смотри, народ подтянулся. Короче, бульдог он... Ну, Маза вот опять пришла. Он. О, опять рейсвей. Опять на выбывание, слушай. Ну, мне не нравится. Я все время выбываю. Оно на выбывание, потом на круг. На выбывание, потом круг. На выбывание, круг. Ну вообще нормас. Сейчас мы. Ромка сегодня отжигает вообще. Не, ну чё, я на первом кругу всегда выбываю.
бывает. Так, а когда Рома еще Ракман придет, там тот тоже маньяк, он тоже разгонится, мне машину не остановит. О, тут асфальт какой-то опять. Ну, я готов. Подождите, у меня что-то опять беда. Чего беда? Да, ладно. Есть вроде. Да пока все. А, нет, все отлично. Я готов, короче. Все готов. Жмакайте. Я жмакнулся уже. Все. Народу что-то тут, смотрите. Ой, сейчас а жизнь... чё народ не жмакает? Стоят, чё? Тупят. Сгружаются. Ну к нам, помнишь, Паша, присоединился тоже кто-то один, который, видно, только первый раз запустил игру. Тоже тупил постоянно. Да. Кто-то пошел менять машину. Ага, ага. Да кто самый, сгружается, самый умный. У него пинг за 1000 скачет. Все, кто, Паша, ты остался один. А, я, да я. А я уже думал, готов. Так, так, так. Ну все, сейчас я буду выбывать, подожди. Да. Подождите, я буду выбывать. Драйвер меня трясит, смотри как. Пожестко. Драйвер вообще же трясится. Ё-моё, что творит? Он тут всё разрушил. Вагон разрушитель просто. Звучит как погонял его. Ребенок в кресле там едет. В кресле коляски, да? Ой, этот Антоха дергается. Да? Ну, ай-яй-яй, бед. Да ладно, вы че, опять что ли? Все, прикинь. Меня развернули, ё-моё. Вообще в хламище. Тут что-то вообще мясо, ребята. Че происходит вообще? Короче, я надо в одиночку пробовать играть, иначе управление непонятно. Сел, а? Тебе машину надо послабее, это, мне кажется, быстро сильнее для тебя. Ну, какая разница, все равно привык. Тут, кстати, у разных машин разное управление. Ну. Есть вот эти полноприводные, есть переднеприводные, есть полноприводные. Подожди, братан. Че? Подожди. А, не-не-не. Ну ладно. Все потом. Да ё-моё, все. Ух ты! Давай! А я сейчас не бываю. Что-то мы... Ой, слушайте, меня вагон размотали, ё-моё. Быстрее, давай. Мелкая херня, давай. Отлично. У меня есть шанс еще тут. Я развернул там кого-то. Догоняй. 30 секунд пожить, тут есть шанс. У меня вагону труба, прикиньте. К вагону труба. О, Антоха там шкварит. Твою ж ты, все. Египетская сила. Такой ж, вообще, такой шанс просрать. Вау! Да чё ты творишь? Я сломался, все. Я геройски погиб. У меня тачка все красная. А у меня уже даже не красная. Паша, смазай там. Он так его чет машина. Да ты посмотри, у него даже колесо где-то вот это переднее, где-то в районе передней двери водительской. А какой водила там вообще весь кривой? Ну-ка эту камеру надо. Что тут за ад вообще на дороге в этом? Смотрите, ребята, какой Антоха стал кривой. Где переднее колесо? Вообще где-то на колесо назад вообще получается. Бах, и в меня еще воткнулся.
Да у тебя еще ничего, она живчик такая. Ну так-то, да? Ну, мать. Правда, от машины ничего не осталось. И костер у тебя в салоне горит. Ты, я следующий. О, потух у тебя костер. Нормально. Я просто быстро еду. Да, ну, Антоха, ты весь кривой просто в салоне, я тебе говорю, тебя перекосило всего. Вообще, ребята, игруха, конечно, забавная. Вот так вот с друзьями поглубиться в мультике вообще обалденно. Особенно если поднабрать большую толпу. Это, конечно, прикольно. Блин, а это уже не догоню. Да уже в стену будешь шандарахнуться. Бах, опять ты уже второй круг в меня втыкаешься. Все мстишь, что ли? Да. Где там паха, ты? Не знаю. А, все, 10 секунд. Паха уже... У пахи тоже колесо там под ногами практически уже. Все. Игра называется? Да, да. Как игра называется? Выбывание, походу, она и называется, наверное. Да ладно. Название игры, ребята, прочитайте в описании видео. В названии видео мы так все не можем. Напишите в комментариях. Вы, да, пишите в комментариях, как называется. По-русски. По-русски, да. Там мозгов не хватает, а перевести даже. У, Паша, у тебя колесо отвалится скоро. А Паша-то какой кривой, ё-моё, такой же, как Антоха. Смотри, он уходит, я не могу догнать. Читер? Читер, ё-моё. Читер. По-любому. Но он на пирате фигачит. Ты тоже? На бандите ты имеешь в виду? Ой, на бандите. На пирате. Пирате. Вообще прокатились, короче. Ржачная игра какая-то. О, Ромы нету. Где Рома опять? Да, я смотрю, машину. Тренироваться пошел. Так, что так, слушайте, что-то надо делать. Что-то тут уже пошло все не так. Надо выбирать тачку. Так, все не то. Так. Главное. Так, что-то тут будет. Что-то будет. Мотор Сити. Город что-то. Это. О, это. Асфальт. Это мототрек. Мототрек? Да. А ну, в смысле, чё? Асфальт. А, ну нормально. Блин, мне до кофейку пойти замутить. Автотрек, да. Ищ. Так. Надо что-то выбрать, какую-то машинёшечку-то, я не знаю. Так, ну-ка, что там за картинка? А, понятно, понятно. А, так я без защиты ездил. Рома, ты едешь, не? О, нифига, это можно еще АБС-ку вырубить. Хрена себе. Антипробуксовочная система, нифига, можно полный поставить. Система я подожди сейчас тачку. Не, я все включу, все защиту, все. Давай пока кружок мотанем. Подождите, не? Подождите. Вы... Да, давайте мотанем, конечно. А вот они, колеса можно. Че я ничего не менял? Ну, ты как начинающий еще пока ничего не знаешь. Сейчас разберешься. Чувак на ракете зашел. О, ни хрена себе. 121. На троса его брать. Какой-то Рамер РС. Рамер с РС. А, это как у меня, наверное, 1600. Ни хрена, у него пинг 3004. Не знаю, у меня все уже выровнялось. У этого ЕС там что-то. Под соточку у всех прыгает, скачет периодически. Кто не готов? Кто не готов-то? Вот этот вот один балбес. Но. Ну все, время не так уже. Ну давай, 5. Чудю. Ни хрена тут пинга сколько, я не... О-о-о. Да ё-моё. Извини. А ничего?
Блин, 5 кругов, обалдеть сейчас. Чё там, Диман? Тормози! Жесть! Вау! Давай, еле затормози вообще. Да вообще пипец. Нифига тут поворот за поворотом. Вот это шляпа. О, система меня вообще валит. Вот это бой скорее, надо, блин, настроить. Вот тут прямить-то, блин, как тачку-то остановить. Мне ты так хотел. Бах! Вот, ну слушай, круги такие большие, е-мое. Но. Е-мое! Е-мое! Тоже где-то кто-то пришвартовался там. Ну, мы тут притерлись маленько. Блин, только круг кончился, прикиньте. Нифига какие большие круги. Давай, разгазовывайся, тачонка. У меня на бочину вообще. Все, у меня полтачки нет. Кто? Всё, Паша тебе вставил? Не-не, он врезался и потом вправо ушел, и я тут еду. Бааа, да все, у меня тачка ломается. Да вообще, сутки. Трасса, пипец, жесть. Блин, надо, короче, коробку поставить. Только в дрифте тут перекладывайся, ё-моё. А? С поворота в поворот закладывайся. Блин, у меня тачка настроена, короче, на спидвей. Я не успел ее перекинуть. Бах! Как она у тебя дрифтует, я ничего понимаю. У меня? У кого? У Димана, у меня не дрифтует она. Так ты передачи ставишь, короче, она на ту спидвей. Я ничего, не, я пробовал, короче, ставить. И больше ставить. Самый оптимал, это вот как по дефолту она стоит, она лучше всего разгоняется. Любая машина. Я даже ничего не стал запариваться. Все системы отключить, а начнем дрифтовать будет. И блокировку полную я ставлю на машину, да, на оба колеса сразу. Все. Надо попробовать. Я на всех машинах блокировку в оба колеса поставил. Блин, трасса прикольная. А как ты это поставил? Ну а там же где-то есть регулировка на настройках, я не помню. Там где подвеску меньше делаешь, там еще где-то. И оно у меня в дрифт вообще классно закладывает, даже можно перекладываться в дрифте. Ну если, конечно, в забор не попадешь. Твою ж дивизию, меня развернуло! Давай, помойка, уже кто-то едет! Ах, это Антоха на своей инвалидке! Ёшкин дрын, просрал! Вот это да, вот это здрасте! Антоха на каком-то раритете там выкопал где-то со свалки с какой-то. Ё-моё, всё, догнать его теперь. Бешеный Дон, дикий Дон. Адиос, амигос. Эй, мучачос. Тормозни, сейчас что скажу. Аля Кванта, ладно. Сейчас он только с перепугу сейчас точно войдет куда-нибудь. Не-не-не-не-не. Ой, чуть-чуть задел. Сейчас еще настроить ее. Давай вот меня. Надеюсь, мы с Пахой словили. Это было жестко. У меня от машины уже вообще ни хрена не стало. Тормоза огонь стали, поставил на передний ползунок, двинул, вообще ништяк. Ё-моё! Стой! От Розария огонь еще никто не уходил. Ой-ой-ой, вот это плохо, вот это плохо. Всё, я туда же, бах! Блин, что-то не рассчитал маленько. И здесь что-то сразу не прошло. Слышу, рычит, ё-моё. Да ё-моё, вот он прям перед носом, хоть гарпун стреляй в него. Ёкарный забай. Да чё ты, блин, к этому забору-то прям вот уходит, смотри.
Эй, амиго! Нам только эту сомбреру свою потерял, ё-моё. И ракет тоже потерял, всё потерял. Ну только не в забор, не в забор! Цепляет, ё-моё. Да, что-то зависло. Ну что-то я привык к этой чили, нормально закрыла. И настроить, но ускорениться, она будет вообще четко. А где пахота? Да. Бах, опять забор, да ёшкин кот. А что-то пахи нету даже. Ну. Ё-моё. Да опять ты, Галидину, ты... У меня уже загиб левого колеса, трындец. Паха пошел, надо тачки настраивать. Наверное. Не зря спрашивал, как ты дрифтуешь. Пошел блокировку включать даже. Ты смотри, Антоха, пипец, уходит и уходит. Что у тебя за шальной велосипед этот? А он еще не настроен. Настроен просто у меня на спидвей. Максимальную скорость. Он на прямых. А, у тебя там нету брони никакой, наверное. Да. Он такой у меня трековый. Он самая мощная, если быстрее. Ай, забор, да ну нахрен! Все, что ли, неужели? А все, наконец-то. Да. Фух. Второй. О. Тут же горячо. А где все тут? Не знаю. Где-то все. Я остался. Нажал, короче, у меня крутится включение. Все. Алло. Ага. Что тут? Пока уже кого-то сгонял. Нет, еще никуда не гонял. Кто там едет-то? Ох, ни хрена, как он так едет? Да ладно! Да! Офигеть! Че? На четвертого посмотри. Охренеть, как он едет. Вот это, наверное, на полосатой красненькой? Ага. Да вообще, я говорю, просто от машины ничего не осталось. На правое колесо смотри. Так, а вы тоже ездили? Ты ездил, у тебя вот это... Правое колесо, только оно, по-моему, было левое, оно было вообще у тебя под ногами в районе, там ты его так засадил, знаете, на маленькое, когда гонял. Жесть, жесть. Ну чё, я не знаю, надо мне этот видосик, наверное, остановить уже, мы час с копейки. Я не могу зайти, что делать. Так, ну сейчас давайте пообращаемся со всеми. Всем, ребята, пока, подписывайтесь на канал. Ставьте лукасы. Смотрите видосики. С вами был, как всегда, Драйвер51.ру, Злой Слон, Антоха Вегас, Дон Дигидон и Голдман Роман. Всем удачки, всем пока. Всем пока, ребята. Ссылочка на игру будет в описании под видосом.